7, мои дорогие зрители, мы продолжаем с вами проходить Silent Hill. Итак, мы остановились в палате номер 302. И, по-моему, нам надо было идти вот в ту сторону, в следующие палатки. Замок заклинило. Опа. Ничего себе, как она чекрыжит меня, ты посмотри. Ножом просто меня херачит. Вот это да. А, кстати, нормально, она меня практически особо не поранила, только совсем чуть-чуточку. Так, ну если здесь была эта медсестра, то, наверное, здесь что-то важное есть. Да, здесь есть эта плиточка с животным. Не знаю, для чего они нужны, но вот... Я их себе... Ага. Стальная пластинка привинчена к стене. То есть, может быть, надо в нее вставить одну из тех, которую я собрала? Упаковка с 200 миллилитрами донорской крови найдена на складе медикаментов. Бутылка, кровь, пластинки. Фиг его поймешь, зачем это все нужно. Может быть, тут нужно использовать одну из тех пластинок? Нет. Эту? Тоже нет. Я думаю, я узнаю скоро, куда мне и что нужно применить будет. А, здесь больше и нет ничего. Такое ощущение, что вот здесь тоже какая-то дверь должна быть. Знаете, как в первом Думе, секретные такие комнаты. Видео. Так, ладно, посмотрим сейчас, что у нас тут... А, да, но еще я могу ниже пойти, вроде бы. Вот пойду сейчас ниже тогда. Вернее, побегу. Подожди, а вот здесь я была? В этой комнате? А, ну да, это боевая. Окей. Выходим тогда на лестницу и пойдем ниже. Подожди, на четвертом. Что у нас там на четвертом? Тут есть даже лестница наверх. Но, по-моему... А, понятно, здесь тупик. Ну, правильно, потому что четвертого этажа-то нет вообще в этом здании. Есть только три этажа официальных. Текс, 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 текс. Ага, есть еще и на первый этаж выход. Давайте я по второму сначала похожу. Надеюсь, она одна. Нет, она не одна, к сожалению. К моему огроменному сожалению, там еще есть одна. В голову стреляй. О. Кстати говоря, три метких выстрела и нормально, не надо столько тратить. Ой, это не то, что я хотела. Сколько мне осталось патронов-то? 55, нормально. Нормально живем. Там была какая-то пластина. Надо почитать, что тут написано. Опять какие-то загадки, небось. Список смерти. Тереза Файндли, Хьюго Уайт, Стивен Лордс, Альберта, Роберт Брикс. Не знаю, для чего мне это. Сестринская. Ой, там, наверное, рассадник этих тварей. Сестринской-то.
Так, в туалет закрыто. И в эту тоже. Все, по очереди сейчас будем обходить. Опачки. Блядь. Три. Мало. Да сколько ж себе надо убивать-то? Не поймешь. Опа, вот пластинка еще одна, походу. А, нет, это зажигалка. Интересненько. Что-то я набрала тут, смотрю, всего кучу прям. Не знаю, где я буду использовать это все. Текс, дальше пойдем. Замок заклинило. Замок заклинило. Опять! Подожди. А здесь-то что? Я ничего не вижу. Вау, вау, вау. Это что такое? Камеру мне покажите, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, почему мне не поворачивается камера? Я хочу посмотреть, что это такое. Какие-то щупальца из стены вылезают. Опа, опа, опа. Может быть, мне надо их сжечь вообще нахер? Не знаю, правда, каким образом. Там висит пластинка. Как бы мне ее забрать? О-о-о. Охренеть. Не знаю, может, кровь ей дать? О! То есть надо быстренько сейчас, быстренько. Собирай это уже ее. Болванщик. Пластинка какого-то там болванщика. Фиг его знает, что это такое. Но меня радует одно, что я справилась с этим, с этой загадкой. Если это можно так назвать. Жаль, что патроны впустую просто потратила. Ну ладно, ничего. У меня их еще много. Так. Вот тут еще какая-то пластина. Какой-то список. Ничего интересного. А по-моему, здесь пусто. Так, окей. Так, там все закрыто. В Сестринскую придется сейчас идти. Я боюсь, там будет куча этих сестр. Опа, нет. Как так-то? Так, записка какая-то. Облака плывут над холмом, чистое небо в солнечный день. Мандарины горькие на вкус. Счастливый четырехлистный клевер. Фиалки в саду за окном. Одуванчики на обочине тропинки. Неизбежная пора ложиться спать. Жидкость, текущая из перерезанных вен. Я ничего не поняла. Абсолютно. На двери 4 квадратных углубления. Ага. У меня, по сути, только... Три, по-моему. Нет, у меня же... А, да, у меня три всего лишь пластинки. Куда вы хотите ставить пластинку? А у меня есть какой-то выбор? Сюда пластинку ставить нельзя.
Я, честно говоря, не знаю, куда ее вставлять. Тут, наверное, в загадке что-то должно быть, но я что-то не понимаю эту загадку вообще. Облака плывут над холмом, чистое небо в солнечный день, мандарины горькие на вкус, счастливый четырехлистный клевер, фиалки в саду за окном, одуванчики на обочине. Пора ложиться спать, жидкость текущая сп... Что, блин? Нихера непонятно. Так, тут какой-то белый, серый, красный, фиолетовый. Давайте еще раз. Облака плывут над холмом. Облака у нас серые, правильно? Чистое небо. Это голубой, наверное. Мандарины оранжевый. Ага. Ага. Одуванчики желтый. Неизбежная пора ложиться спать, а потом кровь. Так, давайте еще раз. Где у меня тут бумажка есть? Ладно, фиг с ним, потом погадаю. Сейчас надо мне еще одну пластинку взять. Наверное, на первом этаже она будет. Скорее всего. Это значит... Так, сейчас попробуем, конечно, вломиться вот в эту дверь, но она, скорее всего, закрыта. Да. Значит, нам нужно на первый этаж идти. Что достаточно-таки логично. Долго грузится. Сейчас что-то будет. Ямба. Кто? Где? А, вон она. Это врач. Отвали, ты чё, блин? Я аж нечаянно на... Этаж, блин, переместилась на второй. Блин, неужели мне сейчас заново нужно будет его убивать? Да ёпчика мать-то! Куда ты, блин, на... Пипец. Потратила просто херово тучу патронов. Бляха, 26 на одного монстрика. Ладно, блин. Просто я там не сохранилась, и мне влом все снова, блин, это проходить, если все переигрывать. Нафиг, я лучше просто потрачу патронов лишних. Экс, что у нас здесь? Заклинило. Заклинило. И здесь тоже. Какого фига он прям здесь лежит, блин? То есть стоял. Ё-моё. Там еще один. Блин. Я так сейчас истрачу все патроны. Давайте-ка я сейчас попробую дубинкой их поубивать. Было бы прекрасно, если бы я смогла это сделать.
Ну? Чё ты там стоишь? Давай, иди сюда. Тварь. Зерг, блин, какой-то. Нифига себе, он корчится. Ну во, видели, как я его зарезала, блин. Значит, это все-таки возможно. Такс. А сейчас лучше взять пистолет. Пойдем по всяким помещениям, которые здесь были. Вот, самое первое, склад, по-моему. Опачки, нет никого. Чудеса, чудес. Что это такое? Тупо ничего. Какое-то окровавленное окно и ничего больше нет. Ну ладно. Че, правда, что ничего нет? Ой-ой-ой. Бляха, начинается жара. Какая-то. Сейчас будет все время, что ли, такие фигни происходить? Сохраниться бы еще. Что там, аптека? Вау, открыто. Ёпрасоты. Да. А та 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 та. Я сейчас все потрачу. 10 патронов осталось. За дверью слышны какие-то звуки. Блин, зашла просто зря вообще туда. Есть патрончики. В ящиках стола нет ничего, говорит, что могло бы мне помочь. Ничего полезного. Ну ладно. Поверю на слово. Сохраняшку лучше дайте мне. Блин. Ё-моё, давай, убивай его. Отлично. А, птичечка. Тут какой-то ящичек. Неужели он не берется? Да ладно. Он как-то выделяется среди общего красного фона. Блин, ну ладно. Да. Нифига я сюда пришла, собственно. Кабинет директора.
остается. Так, мне показалось ли там сохранение? Есть! Ну, слава богу. Наконец-то начали. Пластинка королевы. То ли красная, то ли розовая. Вообще она больше на розовую похожа. Ёперный театр. Что происходит, блин? Ладно, давайте сохранимся, а потом будем думать. Сейчас, наверное, там все заспавнилось, потому что мне, по сути, нужно идти обратно. Тихо-тихо. Чуть-чуть я буду тратить патроны. Еще буду в рукопашную валить его. Жаль, что так неудобно. У меня пальцы просто разрываются от боли. Ай-яй-яй-яй. Оп, отходим. Оп, все, добили. Ох, мои пальчики. Так неудобно это все держать. Так, тут есть дверь выхода, я смотрю. Естественно, она закрыта. В этом мире вообще не должно быть улицы. Опачки, лечебная настойка в аппарате. Может, тут что? Ой, здесь что, прикольно. Может, на бес... Опачки. Ух ты, прикольно, я 3 штучки взяла. Круто. Так, что я еще не проверила? Еще подвал не проверила. Где у нас тут был подвал? Ну, вот здесь, походу. Опа, он открыт. Интересненько. Кажется, здесь ничего хорошего не будет сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой, двое. Сейчас меня заполосуют, я чувствую. Повернись, ты бей, бей, бей. Как сильно меня, однако, покоцали. Сразу аптечку жрём. Я не знаю, зачем я сюда припёрлась. По сути, мне нужно было идти там эти таблички выставлять в нужном порядке. Но, с другой стороны... А чё нет-то? Опачки. А здесь этого не было, по-моему. Кирка взять ее, конечно. Так, по сути, это, наверное, еще одно холодное оружие, которое, наверное, еще... Она должна быть еще лучше, чем труба, я так думаю. О, нормально. Одобряю. Закрыто. Тут мне что-то было.
А, подожди, я отсюда пришла. Так, куда мне идти-то? Ага, он более-менее там дальше. Так, закрыто. У нас осталось самое страшное. Морг. Вау, морг открыт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, вы знаете что? Я, наверное, пойду отсюда. А как там драться-то? Там они прям стоят, ждут тебя. Пока ты к ним придешь, они тебя грохнут нафиг. Блин. Пойду-ка я сохранюсь куда-нибудь лучше. Я не помню, на каком этаже там все было. Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. Так, нормально. Пойду запишу сейчас, сохранюсь, то бишь. Из этих палат было сохранение. Вот, правильно. Все. Пришла по адресу. Так, теперь нужно на этаж ниже пройтись. И там, значит... И там пойти пластинки вставлять. Давайте еще раз посмотрим, что тут у нас. Ну, судя по всему, у нас так, облака. Наверняка это вот наверху белое. После облаков, скорее всего, идет синее. Чистое небо, потому что... Потом идет мандарин. Оранжевый. Ай, блин. Чего это я? Так, с... Потом зеленый клевер. Потом фиалки идут, там уже есть. Потом одуванчики желтые. А, ну да, все правильно. А теперь красная. Красную пластинку последнюю, потому что она... Кровь. Да, все правильно. Бляха, их там просто целая армада. Норм так захедшотила киркой-то. Ну, вперед, ты будешь идти? Ты же не боишься ее, по-любому. Oh!
еще одну захедшотили. Такие конвульсии предсмертные у них мощные. Такс. Даже не знаю, куда сейчас пойти. Наверное, пойду с самого начала. Зашла я отсюда, походу. О, открыла теперь себе. Здесь. Черт побери. А, еще один стоит. Что здесь с полом стало? Какой-то он стрёмный. Да свидули. Все. Так, тут какая-то дверь есть. Что ж тут нельзя провалиться в эти дыры? Так, что у нас здесь? Еще одна. Смотрю, этой киркой офигенно просто их валить. Вообще, как нефиг делать. Ключ какой-то желтый. Подвального склада. Опять в подвал идти, блин. Там еще есть две сестрички, которые ждут меня в морге. Блин, эти звуки надо отсюда нафиг валить поскорее. Так, надо еще по пути зайти в отделение интенсивной терапии. Так, что-то я потерялась. Так, вот сюда. Блин, да они везде. А, вон стоит. Даже не смотрит в мою сторону, совсем офигела. Блин, клёво их убивать киркой. Боже, ну и звуки. Так, что у нас здесь? Спирт для дезинфекции. Прикольно. И всё? Ладно. Закрыта последняя дверь. Так, а что вообще за помещение? Аптечка. Так, это палата номер 206. Так, а куда нам теперь? В подвал. Пойду, наверное, в кабинет директора и сохранюсь там. Тихо-тихо. Держит меня, смотри, чтобы другая меня резала. Давай. Вали с волочей. Да что ты можешь делать?
Вы же умрете, правильно? Я что-то не поняла, почему? А, они не сдохли, вот что. Ну и, собственно, зачем я сюда пришла за ампулой? Смотря, я почему-то даже живая очень. Меня даже не покоцали. Отлично. Так, где у нас был склад? Да, соседняя дверь. Пойду еще раз сохранюсь. Ну что, пойдем на склад? А, тут нет никого, очень странно. Блин, камера просто убийственна. Какие-то пустые бутылки. Лекарство какое-то. Меня это не интересует, меня интересует вот что. Так, я не поняла, а что здесь? Есть что вообще? Шкаф какой-то. Может, мне надо в этот шкаф войти? Сейчас убежусь, что больше нет ничего. Вроде больше ничего нету. Значит, у меня есть только один вариант. В смысле, и в шкафу нет ничего? А, шкаф надо подвинуть, я так понимаю. Давай подвинем. Ага, там потайной вход какой-то. Какой-то люк. Так, ну что, давайте сожжем ее, эту лозу. Да, все очень легко, оказывается. Не выходит. Я пытаюсь поджечь лозы, но они слишком плохо горят и гаснут почти сразу. Давайте спиртом их обольем. У меня же есть спирт. Отличненько, теперь поджигаем. Интересно, для чего пластиковая бутылка? О, о, горит, теперь нормально. Но если там все лоза опутала, это значит, что давно там уже никто не был. Еще лучше, блин. Давайте я лучше возьму дробовик на всякий пожарный. Патронов много уже не собирала.
стрёмно это всё. Ой. Так, две есть, дальше можно уже вручную обходиться. Они еще так отлетают от меня, прям отлично вообще. Так, а куда? У меня нет карты этого места. Офигенно, блин. А здесь и двери-то нет, или это двери? Или что это такое вообще? Это даже не дверь. В смысле заклинило? И что я теперь буду делать? Тут же нет больше других дверей. Вроде бы. Подожди. Вот я вышла из этой вот двери. Значит, вот это тоже дверь. Давай еще раз попробую зайти в нее. Ага, вот, сработало. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Карамба. Ай, карамба. Сейчас меня прирежут. Так, бери, короче, обрез. Бери обрез. Это я понимаю. Вот так и надо делать, короче. Ходить с обрезом изначально на такие... Блин, где? Где мои эти? Вот они. На такие случаи, если вдруг их резко сразу несколько штук рядом с тобой. Вот. А если я там одна или вторая далеко, то тогда просто заходить в инвентарь и брать кирку. В таких случаях, когда она одна, но она прям около тебя, блин, рядом. Так, тихо. О, по-моему, кассета какая-то. Да. Отлично, я теперь смогу посмотреть ее. У меня там видик внизу был. Ой, то есть наверху. Может, сейчас в подвале вроде бы. Но даже ниже подвала. Это какой-то потайной ход под подвалом. Лямба, я так и знала, ей-богу. Бляха, ну-ха. Ну нафиг, пошли отсюда. Что-то ничего хорошего. Фуй, блин, ненавижу скримеры, чтобы им, блин, хорошо жилось. Что это? А что там? Looks like someone's been here. Кажется, отсюда кто-то только что ушел. С чего это ему так показалось? Алесса? Эта девочка была в видосиках. И в его видениях каких-то тоже вроде бы. Я, кстати, думала, что это его дочь. Оказывается, это какая-то вообще левая чувиха. Что за баночки? Ну, понятно. Так, смотровой кабинет. Это у нас... Ай, блин, нет карты этого места, поэтому я могу посмотреть карту больницы даже сейчас. Ладно, выйду на первый этаж и там посмотрю. Еще раз проверить дверь. Не, заклинило его. Ну ладно.
Так-с. Смотровой кабинет. Вот. Через аптеку, походу, можно в него войти. Это очень хорошо. Сохранимся и пойдем на исследование, на обследование смотрового кабинета. Где там был? А, вот здесь. Нормально, нормально пошло, особенно когда я нашла кирку, так вообще офигенно стало. Прям очень. Так. Значит, нам через аптеку. А у нас аптека где вообще была? Да, я все правильно иду. О. Выключу свет на всякий случай. Опа. А там медсестра. Живая. Еще один человек нашелся. Неужели же? Бросилась к нему прям. Так, без слов на чужого мужика просто. А вдруг он зомби? Наконец-то нашелся еще кто-то живой. Who are you? Кто вы? My name's Lisa Garland. Меня зовут Лиза Гарланд. А тебя? Harry Mason. Гарри Мейсон. Harry, Гарри, скажи мне, happening что here тут происходит? И куда все делись? Я должна быть потеряла out сознание. Короче, все, кто спал, когда я пришла в себя, все исчезли. Это ужасно. So you don't know так вы тоже either ничего не знаете? Great. Ну и дела. Just don't get it. Я и сам ничего не понимаю. It's like this is all some kind of bad dream. Не просто дурной кошмар. Да-да, кошмар, ставший явью. Let me ask you. Могу я вас спросить, have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old. 7 лет. A 7-year-old girl. Семилетняя девочка. Это твоя дочь? Нет, блин, жена. Yes. Семилетняя девочка. Не могу сказать, я все время провела без сознания. I'm sorry. Прости. That's all right. Ладно, все в порядке. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? No. Нет. А что why там, что-то есть? Is there something down there? You don't know? Вы не знаете? Don't you work here? Разве вы здесь не работаете? We're under strict orders. Нам строго-настрого запрещено спускаться в подвальные помещения. Интересно, почему? Там же. So I really don't know. What did you say was down there? Так что там? Well, it's. Ну там. Damn. Черт, моя голова. My head. What's wrong? В чем дело, Гарри? Harry. Harry, let me help you. Harry. По-моему, он сейчас опять очнется в Silent Hill. Was I dreaming? Я спал? You were too late. Ты опоздал. It's you. Это ты. Yes. Да. Dahlia Gillespie. Dahlia Gillespie. Tell me everything you know. What's going on? Если что-то знаешь, расскажи, что происходит. Darkness. Тьма. The town is being devoured by darkness. Сила должна превозмочь мелочные желания. Детские разговоры во сне. Я знала, что этот день настанет.
What are you talking about? О чем ты говоришь? Ни слова не пойму. Узри свидетельство своими глазами. Сейчас она херак превращается в зомби. В этом городе есть другая церковь. Иди туда. Это превыше моих сил. И лишь ты можешь остановить ее. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the schoolyard. What does it mean? Что они значат? It is the mark of Samael. Дьявол. Don't let it be completed. Hey, wait! Постой! Оставила мне какой-то ключ. Ключ от антикварной лавки. Разве мне... разве мне... Не в церковь? Она же сказала, в церковь вроде бы. Я что-то путаю. Ладно, пойду сохранюсь. Все, сохраняюсь и завершаю на этом эту серию. И в следующий раз мы с вами пойдем куда-то там в церковь или в какую-то там антикварную лавку, посмотрим. Вот, так что надеюсь, вам было интересно и вам интересно смотреть дальше. И всем счастливо, всем пока!